Этот межрегиональный творческий проект по сохранению культурного наследия получил поддержку на федеральном уровне и, соответственно, грант на реализацию. Примерно полгода понадобилось руководителю и его помощникам для выхода на финишную прямую – подготовку выставки. Первым этапом нашего проекта стала дистанционная образовательная программа по плакатному искусству, на которой ребята из более 50 ребят из 20 регионов России создали плакаты с изображением памятников архитектуры России. А сегодня у нас открывается выставка их плакатов. На выставке у нас также можно будет увидеть их экспликации, их видение искусства и концепции их плакатов. И помимо этого сегодня пройдут мастер-классы по живописи на холстах и тематические лекции. Всем участникам проекта предлагалось нарисовать плакат про строение из списка объектов культурного наследия. Были перечислены и отреставрированные, и утраченные, или нуждающиеся в восстановлении. Также выставки с данными плакатами пройдут в Московской области. Первая выставка уже открылась в музее Новый Иерусалим. Также откроется в гимназии имени Примакова. И выставки пройдут в Нижегородской области, Республике Татарстан, ну и, конечно же, в Республике Мордовия, в музее Эрзи и Краеведческом музее. В проекте участвовали представители Мордовии. Вероника Симкина свой плакат посвятила Санаксарскому мужскому монастырю. Мне очень понравился проект, в котором я участвовала. Мой куратор Азалия очень мне помогала во всем. Мы с ней проделали большую работу. На курсе было очень много интересных людей. Я познакомилась, нашла много друзей. И вообще я очень благодарна этому проекту. Еще одна участница из Мордовии, Татьяна Щепакина, представила плакат про Спасский собор. Сейчас этот архитектурный памятник утрачен, но идея о его восстановлении периодически обсуждается. Я учусь на дизайнера в художественном училище. Перехожу на третий курс, и этот проект помог мне повысить мои профессиональные навыки, так как мы работали в фотошопе, в иллюстраторе. Вот, все очень понятно на курсе объясняли, и очень интересные были лекции. Увидеть плакаты межрегионального проекта «Оттиск» можно в Саранске в течение ближайшего месяца. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости.